Я в гостях. Дети и Наташа. Маленьких коржат в гостях. Этим коржатам 3 месяца только будет. Большие взрослые собаки уже, серьезные. Меня они просто облепили. Меня очень любят такие. Такие маленькие собачки меня любят. Мне кажется, тебя все собаки любят. Ой! К ним в гости прихожу очень часто. Ну, не сильно, хотелось бы чаще. Но они на карантине сидят еще. Последняя вакциночка. А это у нас Маркин, да? Это у нас... Нет. А где Маркин? Это у нас Коди. А, нет. А, кушай. Вот Мартин. Мартин, вот, Мартюша. Мартин, вот он Мартин, сидит. Мартин. Угу. А это Мартин у нас. Мартюша. Это Мартин у нас. Вот. Вот Мартин. Он красавец. Мартин красавец. Такой Мартин. Такой масляные глазки. Да. Лася, ты меня убьешь сейчас. Лася. Дети. Давайте сюда. Давайте. Пачкайте меня. Это мы любим и умеем, скажи. Вот что пачкаться мы любим. Лася, ты тоже меня попачкай. Ласька, иди к Наташе. Лася. Иди к Наташе, иди. Лася. Иди, вот, маленькая, все. Иди сюда. Все в сборе. Все, вся семья коржей на сборе. Да. Основное их занятие. Играться, баловаться. Любить. Целоваться. Они очень любят людей. Счастье людям. Да. Маленькие собачки. Все. Все. Затоптали. Это да. Это мы умеем. Любим. Все. Пустите меня. Пустите. Вы здоров. Тюша. Братюша забрал игрушку. Тюша будет сейчас. Как ему горы. Повезло. И все побежали сразу же с ним соревноваться. А что же там происходит? Рычат? Все, у Мартюши игрушка. Рычит даже. Он царь. А по-моему, Белочка хочет забрать ее. Да, конечно. Это Белочка. Сейчас будет драка. Они похожи. Белочка с Мартюшей похожи очень. Им обеим нужна эта игрушечка. Эти корги, они такие прикольные. А маленькие когда? Вообще. Игрушеньки. Мягкие игрушеньки. Это уже ежик запищал. Смерть ежику. Теперь уже никто не отдаст. Никто друг другу. Куча мала. Не поделится. Ой, что это было? Пошли. Ежик остался. Ежик. А я забрала ежик. Опа. Ежик вот. Ежик забрала. Ежик забрала. У маленьких щенков. И сейчас отдам его кому-то, кто самый настойчивый. О, Вита сам. Вита самый настойчивый. Дети, кому нужен еж? Кому нужен еж? Всем. Всем еж нужен. Всем. Квартет. Дети, ко мне. Молодцы. Что это у меня за собаки такие послушные? Это же надо. Какие у меня послушные собаки. Ай. В это время отбирается еж. Под шумок забрался у щенков. Да, несчастных щенков, обиженных. Ежик забрался. Ой. Мартин, осторожно. Мартин, у него толстая попка. Она перевешивает да, иногда. Настоящая коржиная попа. Красивая. Да. Все. Яблоко раздора. Ежик раздора. Ежик раздора. А кто там? Наша мама немножко выленила. Щенки забрали у нее шубку. Щенки забрали шубку. Они все такие щенки. Все забирают шубку. Посмотри. Ой, наглость какая. Что там было? Наглость какая. Наглость страшная. Посмотри, ты видишь? Ужас. Там же молока нету. Нет, надо перебрать все сиськи. И мама сейчас может рыкнуть и дать посрать. И правильно сделает. И правильно сделает. Но все равно, на всякий случай проверь. Что там у нас есть? А ежик достался. Бейли, или это не Белочка? Это Мартин. Это Мартин? Да. Ты посмотри. Тихонько, вы себе там сиськи пустые проверяете. Я буду ежик. Еще и рычит. Вот. Еще и рычит. Отдай ежика. Не получишь. О, сейчас злака. Все, отгрызет ему ухо.
Ой, как настоящие. Что мы делаем, да. Ой, как настоящие корги. Завернули ухо. Ты посмотри, еще умеют рычать. Да, хитрая лиса. Патрикеевна. Хитрая лиса. Это мы писем, это у нас тут туалетик. Кожа, место специальное. Да. Забрал. Забрал, немножко хватит. Забрал. Моя. Гордо унес. Душечка. Моя. Все, и в норку. Душечка. И в норку. Я свалился, нет. Все. Все свое несу домой. И в норку. Ой, кто это там внизу? Маленькие коржатки. Такие звуки. Это Лася пришла с детьми. Да. Маленькие коржики. Очень аппетитные. Очень. Особенно, когда их много, особенно. Оп. Вот каждый пытается мне прыгнуть в камеру и укусить. А кто это? Как его зовут? Кто это пытается? Коди? Коди. Кодиш Коди. Ой. А это Мартин? Мартин. Мартин тоже пытается укусить. А это девушка. Да, Златочка. Златочка. Отвернулась. Ап, меня уже укусил Коди. Коди укусил. А это Мартин. Да. Такими добрыми глазами Мартин. Такой толстой попочкой. И еще девушка есть. Девушка. Белочка. Белла. Прекрасная Белла. Которая даже не смотрит в камеру. Она сама по себе, вот в плане, сама по себе. Она знает, что она остается дома, поэтому... О, она остается дома? Да, поэтому братья и сестрички у мала сейчас и заботит. И с мамой в основном не правда. И это Вася! Мама, и это мама. Мама Ласи. Ласички. Ласички. Так, так вот, вот так вот. Это семья, коржиная семья. А папа их ней Даймонд. Прекрасный Даймонд. Папа, который... Сделал этих чудных детей и исчез. Да. Ну, Лася его ждет. Лася его ждет, да? Да. Ну, это мне у них... Мне приятно, когда папа приходит в гости, да, Ласечка? Любовь. А он приходит к детям, Лося? Нет, детям он не приходит, а к маме приходит. К маме он приходит иногда. Иногда. Простота. Да, даже так? Простота. Чудно. Без всяких... Намерений. Намерений, да. Это хорошо. Это хорошо. Коржиные мордочки. Ковер из корги, из маленьких коржат. Где мои маленькие? Через несколько дней. Ко мне. И в 3 месяца, 1 июня 2018 года. Вот да? Такой прекрасный выводок щенков, очаровательных. Овчарочки. Где мои дети? Самые маленькие овчарочки в мире. Где? Ушечки. Да, ножечки. Прыгунчики. Королевские собачки. Пупсики. Ай, красавицы мои. Где мои маленькие? Малышата, сейчас будет фотосъемка, приедет Маша. Да. И будет снимать этих чудных детей. Будет вас мучить. Посмотрим, как это происходит. Им всем одновременно нужно это все забрать. Эту игрушечку. Оба. Самый прыгучий, самый активный. Ой, ой, ой. На меня нападают. Стая. А пока... Необузданная стая. Коржат. А как их по именам? Вот. Так, по именам. У нас первый вот Мартюша. Мартин. Мартюша. Мартин, вот он. Вот это, мальчик, да? Да, вот Мартин. 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 Первенец наш. Потом у нас идет Коди Кобель. Коди. Коди. Девочка Белла. Вот она прекрасная. Белочка. Белочка, прекрасная Белочка. Вот. И рядом вот Златочка. Злата. Златочка не теряет время, уже мне шнурок распустила. Да, конечно, и сидеть может. Она самая тихавая такая, это Злата. Да? А Мартин самый красавец у нас такой. Да. Масляные глазки. Масляные Мартюша. Да? Такой Мартюша. Язычок у него, толстенький розовенький язычок. Ой. Мартин, ты голос говоришь, нет? Да. Мартин.
Нет, Артюша. На публику не работаю. Артюша. И мама Ласти пошла. А дети за ней. Сейчас мы будем кушать.